Привет, друзья! Привет, подписчики! Рад нашей встрече с вами. Сегодня приготовим обалденное блюдо. Это оригинальное мясное ассорти. Задействуем свинину, задействуем курицу в красном сухом вине. Все это потушим. Получится суперски. Поехали! Здесь у меня курочка. Вот такими кусочками большими. Я их напополам потом порежу. Свининка, грудинка, одна луковица большая, две морковки у меня, так, здесь черный перец, вкусная соль, зубчика чеснока 4 штуки, маслица, ну и взял бутылочку вина, нам будет достаточно где-то стакан красного вина. Также зелень. Курицу порежу, у меня куриное рагу, я его пополам разрежу. Порежем мяско. Ну, тоже не мелко, такими вот кубиками. Морковь. Тоже покрупнее нарезаем. Полукольцами лучок. Чесночок тоже крупно, так на 4 части его. Костерчик разгорелся. Сегодня готовлю в моей любимой сковороде садж. Ставим ее на костер. Сразу масло даем. Маслица нагрелась. Отправляем сперва свинину. Слегка обжарим. Друзья, я еще в это блюдо добавлю мою любимую приправу. Это копченая паприка. Советую, очень вкусно получается. Слегка обжарили мясо, отправляем курицу. Не забудем присолить. Добавим перчик черный, молотый. Добавлю паприки копченой. Добавляем морковь. И следом пошел лучок. Мяско обжарили, распечатываем бутылочку вина, даем сюда красного вина, тушим. Аромат стоит обалденный, накрою крышечкой. Подержим. Нарежем зелень. Нифига, замерзла. На улице холодно.
добавим еще венца. Еще потушим. Блюдо почти готово. Отправляем чесночок. Минуты 3-4 поддержим, делаем подачу. Обалдеть запах. Аромат стоит обалдеть. Выложим наше блюдо в леган. Нашу вкусняшку, нашу красоту зеленушкой. Друзья, сегодня готовили блюдо оригинальное жаркое в сковороде садж, на костре, на природе. Это получилось обалденно вкусно. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить пальчики вверх. С вами Андрюха Байкал. Всем пока. Побежал уплетать, уже слюна пошла. Пока-пока.